Установленное вами задание 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды вооруженных сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей. И прошу вас эти слова благодарности передать войскам.